Да, это холодно. Это солнышко спряталось уже. Дорогой Виктор Семенович, я вот наблюдаю за вашим творчеством уже вот так вот пристально, уже второй раз. И он заработает, называется. Значит, заработает, да. И в данном случае вы вот участвуете в таком уникальном деле, как говорят, что в этом формате это первый такой пленэр. По-моему, второй, мне кажется, второй раз собираюсь. Они, я первый раз. Ну, несколько мыслей по этому поводу. Что это такое вообще за явление здесь, вот на территории, в самом центре города? И вдруг такое пространство, в котором мы находимся, такое красивое, такое мощное, такое интересное, такое... Порассуждайте на эту тему. Во-первых, что мне нравится в этом вопросе, то, что здесь есть иконописное направление, будем говорить, не мастерская, а, по-моему, это уже где-то шире, выходит за рамки какого-то ограниченного пространства мастерская, потому что у них на территории этого монастыря, будем говорить, есть группа людей, которые начинают здесь обучаться этому творчеству и выходят на высокий международный уровень. Почему так я говорю? Потому что буквально вот на днях матушка Серафима говорила, что они возили подарок, икону, которая была здесь написана ими же людьми, теми, которые здесь находятся, проживают и много времени уделяют и творчеству, и обучению. Поэтому это, я считаю, что это очень большое дело, это нужное дело, это приветствовать нужно такие явления, особенно здесь, в монастыре, где молодых обучают. Ну и вы вносите таким образом вклад в формирование здесь. Ну, мы вносим вольно или невольно своим, во-первых, присутствием, когда эти же молодые художники, обучающиеся здесь, могут делают это, подходят к нам, мы о чем-то говорим, у них есть вопросы, у нас есть какие-то на эти вопросы ответы. В конечном счете все довольны, потому что общение с молодыми, с будущими, будем говорить, высокого уровня художниками иконописного направления, это, конечно, мне, например, приходилось и сегодня разговаривать с молодыми художниками, которые здесь находятся. Конечно, они спросили, можно ли подойти, поговорить, пообщаться. Конечно, я ответа другого не могло быть, я сказал «да». И пришла девушка, которая здесь занимается, Анастасия. Она сказала, что вот она здесь учится, можно ли принести, показать свои... Ну, я говорил ей об этюдах, о том, что это очень большое дело, когда молодой специалист, художник, студент учится у природы. Она говорит, можно я вам принесу, покажу свои работы. Пошла, принесла очень даже хорошие этюды, акварелью, правда, не маслом, но на уровне очень таком хорошем. Был у нас разговор, что я мог, то как-то сказал о хорошем, что есть в этих работах, что можно, чем можно улучшить или там добавить. Таким образом получилось, что было приятно было общаться. Но самое главное, что проходя, люди здесь подходят и смотрят. Некоторые даже не могут сдержать, сказать, что «О, хорошо, мне нравится». Ну, я, конечно, это лестно слышать. Доволен, что так люди неравнодушно проходят, не проходят просто. А вообще это очень территория такая, которая настраивает, тем более, что я связан, как говорится, с этим монастырем где-то с 62-го года, будучи студентом, когда должны были меня взять в армию, ну, как всех молодых, так и меня в том числе. И, значит, комиссия решила, что мне нужно оставить на... пересдачу или передачу анализов, сдачу анализов. Вот. И помещен я был здесь на территории этого монастыря. Монастырь убрали в то время, и тут находилась
от военкомата учреждение, которое вот принимало таких молодых, которые... А призывная комиссия? Ну, это уже, нет, это уже как бы по результатам призывной комиссии, досмотр, до... Таким образом, я помню, что я тут на этой территории как раз последняя келья, в которой еще находилась монашка и две... Вот. А рядом была келья, в которой меня поместили, и я таким образом неделю здесь находился. Но самое главное, что я запомнил, что территория, в принципе, вот как она была, так она и осталась. Другое дело, что она уменьшилась. Видимо, так мне кажется, что там часть, которая ближе к парку, видимо, по каким-то расчетам или надобности была отобрана. Но вот, именно вот аллея к этим, там сад был. Кстати, сейчас здесь сад. И очень такой красивый, очень ухоженный, что приятно видеть, что здесь чувствуется, что есть хозяин. Хоть хозяин-хозяйка, но все ухожено, все как-то причесано. Здравствуйте. Добрый день. Простите, пожалуйста. Это группа, которая сегодня работает на территории этого монастыря. Это профессиональные художники, которые участвуют. По-моему, это второй пленер, который матушка Серафима организовала. Вот. Но я первый раз участвую в этом мероприятии, этого направления. Этого. Вот. Мне, конечно, нравится. Я, честно говоря, вчера у нас была экскурсия по городу, по ансамблям архитектурных православных церквей. Я был в восторге. Вот этот монастырь, это, вернее, даже не этот, а все, вот, куда нас вчера возили, вот, эти новые сооружения, новые здания, тем более, что где-то возле меня, где моя мастерская, совсем недалеко, Иверский монастырь. Я там лет 20 не был на этой территории. Там когда-то был завод военный по ремонту авиационных самолетов. Но у меня даже есть работа, написана, когда первое время, как только ту территорию вернули монастырю. И у меня есть работа с вертолетами, это ж территория аэродрома была. И вот только построили тогда, маленькая церквушка была. То есть я почему говорю маленькая, потому что вчера, когда я увидел, это огромнейший там собор. Это такая красота, это так здорово впечатляет. Это действительно чувство, что ну, благодать вообще, что мы имеем на земле такую красоту, что можно восхищаться ею. Вот так у меня вот есть работа, когда это было начало только этого восстановления, будем говорить, монастыря. Вот. И да, там вертолеты у меня, там у меня эта церквушка на дальнем плане. Но эта территория была аэродрома. И, конечно, ну и, в общем, вчера мы поездили по городу, побывали и вернулись опять в этот женский монастырь. Тоже впечатление продолжается, как бы, это впечатление о красоте этой, ну, во-первых, архитектуры самой, ну и самой среды ситуации, которую ты стоишь, пишешь, все условия нас хорошо принимают. Только работать надо. Ну, готовимся к выставке, будет выставка, посмотрим, что получится. Я думаю, что что-то получится хорошее. Спасибо вам огромное. Всего самого доброго. Я думаю, еще много раз увидимся. Счастья, успехов и доброго здравия для того, чтобы здоровье оно обеспечивало нашу вам возможность спасибо, творить. Спасибо, что вы с нами сотрудничаете, что вы нам задаете вопросы, на которые мы можем ответить. Спасибо, дорогой. Это тоже хорошо. Спасибо. Вам пишу, спасибо, дорогой. Спасибо много раз. Спасибо. Потому что вы как-то вот, я не первый раз с вами сотрудничаем, будем так говорить, да? Вот. И всегда вы находите время какое-то, слава Богу, что оно находится. Находите время, все мы как-то имеем в жизни какие-то задачи, заботы, хлопоты. Но вот у вас хватает и на то, и на это. Вот на это общение. Спасибо вам, конечно. Если бы так, как говорит жена у меня,
кошелек не положишь, спасибо. Я думаю, что надо, наверное, над этим вопросом нам поработать вместе.